Друзья, доброго вам здравия! С вами я, Майтрея Тимутта, и наши беседы, общение, видео. На самом деле, исследую, продолжаю тему осознанности, бессмертия, автономии и многое другое. И то, как устроен наш мир, да, то есть, по сути, часто бывает такое, что вот время как будто или ускоряется, или замирает, как будто оно не движется линейно. Да, то есть бывают такие моменты, что как вот, особенно в последнее время, что как будто время ускоряется очень сильно. И не успеваешь даже за ним, ну, как что-то только началось утро, и тут уже вечер, да, то есть. И как будто вот тот процесс, который матрица, да, отвечает за время, он как-то сильно его ускоряет. И что еще хотелось отметить, возникают такие моменты, как, ну, как будто это уже все было. То есть как будто это кино показали, и, ну, сейчас его просто смотришь. И самые, ну, скажем так, самые интересное ощущение возникает, когда понимаешь, что не можешь ничего поменять. Вот, что просто наблюдатель, да, наблюдаешь это кино и все, и больше ничего не можешь поменять в этом. Вот это важный момент. И киношка это не всегда приятная, да, то есть когда она приятная, ну окей, все здорово, все хорошо. А когда она не очень приятная, то хочется это все сбросить. И на самом деле то, что я понял, что ну, основное это не страх смерти, да, а наоборот, ощущение, что это никогда не закончится. Вот о чем я говорю. То есть не страх, там, что там, ну, как, что такое смерть, да, это как просто прекращение существования в каком-то определенном образе. Вот. А основная штука происходит, что ну, вдруг начинаешь понимать, что это будет наоборот, все время будет это вот так вот происходить. И тогда появляется мысль, а вот смотришь это кино, оно не очень-то тебе и нравится, а временами вообще не нравится. И что делать дальше? То есть если никак не можешь повлиять на это, да, ничего не можешь поменять, то что дальше? То получается, начинаешь погружаться вот в это все. Ну, и хочется на самом деле найти выход наружу. То есть вот то, о чем я все время говорю и в видео, и в книгах, и в статьях, выход наружу, что есть снаружи в матрице, да, то есть существует ли там еще одна матрица, да, и так далее, далее, где вот мы все объединяемся в единое целое, да, и потом это единое целое, да, то есть по сути Бог этой вселенной матрицы становится, можно сказать, частичкой, песчинкой в той матрице, да, и проходит снова этот путь восхождения. Вот, и, то есть, даже слушая вот откровение инсайдера, да, что вот это соединение с единым, что это такое, да, то есть, как, так, возможно, есть выход наружу. И, то есть, когда выходишь наружу, становишься, как бы, единым целым, и потом вдруг бах, и появляется нечто совершенно другое. То есть, ну, совершенно другое, я имею в виду, потом вновь приходится проходить весь этот путь. А если есть, ну, какая-то привязка, да, к определенному персонажу, личности, то что происходит? То начинаешь удерживать себя в этой игре и других. И вот эта привязанность, она, ну, может, самое, ну, как сказать, сильнее всего удерживает в игре. Привязка, ну, это привязка, по сути, к персонажу и к его взаимосвязям в вселенной, да, незаконченные циклы с другими там персонажами и так далее. И вот это становится препятствием для повышения вибрации, соединения с источником и выхода из игры. Поэтому, когда мы избавляемся, ну, вот от этих всех закрепощений, фиксированных идей, состояний, привязок, то происходит как раз процесс развоплощения, процесс ну вот, выхода, да, за пределы. И это очень здорово, когда это происходит. То есть вот то, о чем я говорю в видео и в книгах, это процесс выхода за пределы, процесс выхода из матрицы. И вот эту тему как раз я сейчас и исследую, о том, что можно действительно выйти за пределы, и соединиться, ну, можно сказать, в состоянии источника, в состоянии гармонии, радости и счастья. И когда я делюсь этим, да, то мне очень важна обратная связь,
Вот, и мы делаем сессии, конечно, ежедневно в 12:00. И, ну, когда есть обратная связь, то можно, вот, на сессиях мы общаемся, обмениваемся идеями, соединяемся в пространстве любви и счастья. То есть вот эта соединенность и обратная связь помогают лучше понять друг друга, да, и, ну, обменяться какими-то точками зрения, найти нечто общее, вот, осознать это по-новому. И в этом, ну вот, обмене знанием происходит трансформация, преображение. Поэтому очень буду рад, ну, если будет обратная связь, ваши комментарии, все, вопросы, да, то есть объединение. Вот цель, по сути, это сейчас объединение вот в биосферном экопоселении, в безопасном, комфортном, теплом месте, где будут люди близкие по духу, осознанные, счастливые, радостные. Поэтому я искренне приглашаю вас и для генераторов задаю вопрос: хочется ли тебе жить счастливой жизнью, осознанно, в безопасном месте? Если есть отклик, то пиши об этом. Ну и информирую, конечно же, всех манифесторов, которые тоже нужны для инициации. Друзья, на самом деле состояние единства возможно. И поэтому именно это все видео, все об этом, все общение об этом, о том, чтобы вернуться в состояние источника, в состояние гармонии, единства и счастья. Вот. Ну что, пожалуй, на сегодня все. Я благодарю вас, что услышали, воспроизвели, поняли. И желаю всем счастья, любви и до скорых встреч, друзья, во благо.